Вокруг все больше появляется умной техники. Часы, холодильник, автомобиль, телевизор. Дошла очередь и до сварочных аппаратов. Да, этот полуавтомат от Fubox серии Irmixin вполне достоин называться умным. С его помощью не только сварщик-новичок успешно стартует в освоении миг-маг сварки, но и любому профессионалу он существенно облегчит работу. Речь пойдет об аппаратах с синергетическим управлением. Это когда вам достаточно выбрать определенные известные параметры в зависимости от модели, и аппарат автоматически настроит напряжение таким образом, чтобы обеспечить максимально эффективную и комфортную работу. У Fubox это серия Irmixin. Эти аппараты работают в режиме миг-маг со сплошной проволокой в среде защитного или инертного газа, а также с порошковой флюсовой проволокой без газа. Также они умеют варить в режимах MMA и TIG. Аппараты работают от сети 220 вольт в самом популярном диапазоне сварочного тока от 30 до 200 ампер в режиме миг-маг, от 20 до 180 ампер в режиме MMA и от 15 до 200 ампер в режиме TIG, что позволяет использовать их практически где угодно – в автомастерской, на стройке, в производстве. На примере флагмана серии Irmixin 200 мы подробно рассмотрим возможности аппаратов с синергетикой. Аппарат очень удобен в управлении, регулировка всех параметров вынесена на лицевую панель. Давайте посмотрим. Левая верхняя ручка – регулировка сварочного тока в режимах MMA и TIG. При нажатии – это кнопка выбора единиц измерения скорости подачи проволоки в режиме MIG-MAG. Правая верхняя ручка – регулировка напряжения в режиме MIG-MAG. Коррекция по напряжению в режиме MIG-MAG-SIN. Функция Arc Force в режиме MMA. Регулировка индуктивности. Эти параметры отображаются на световых дисплеях. Что можно выбрать на панели? Метод сварки. Режим работы горелки двухтактный, четырехтактный. Тип защитного газа. Толщину сварочной проволоки. Также эта модель может работать в режиме VRD при MMA-сварке. На передней панели расположены евроразъем для подключения варочной горелки и гнездо для подключения кабеля заземления. В аппарате реализована возможность переключения полярности. Это удобно при работе с порошковой проволокой. Аппарат оснащен надежным двухроликовым механизмом подачи проволоки. Скорость подачи проволоки регулируется автоматически в зависимости от заданной силы тока. Сзади штуцер для подачи газа, шнур питания, кнопка включения питания, решетка радиатора охлаждения. Посмотрим, чем комплектуется аппарат. Сварочная горелка с рукавом 3 метра. Газовый 3-метровый шланг. Кабель заземления также на 3 метра. Ролик для проволоки от 0,8 до 1 мм диаметром. Кабель с электрододержателем для MMA-сварки. Протестируем синергетический режим в работе. Сваривать будем стальные пластины толщиной 3 мм. Варить будем проволокой 0,8 мм в смеси аргона и углекислого газа. 80% аргона и 20% углекислоты. Выставляем режим Mixin. Выбираем сварочную смесь аргона и углекислоты. Выбираем диаметр сварочной проволоки 0,8 мм. Выбираем двухтактный режим работы горелки, так как не планируем долгой продолжительной сварки. Выставляем сварочный ток. Для нашего случая это порядка 110-120 ампер. Наш аппарат с синергетическим управлением автоматически устанавливает напряжение дуги 16,8 вольт. Обратите внимание, что в синергетическом режиме мы лишь выставляем силу тока. Остальные данные аппарат автоматически подбирает сам. Наша модель также имеет регулировку индуктивности.
Эта настройка позволяет настраивать жесткость дуги, корректировать форму валика и глубину провара, добиваясь однородного, эстетически красивого шва. Такая функция облегчит жизнь начинающему сварщику и позволит ему в самое короткое время добиться ровного, качественного шва. Мы также выберем этот параметр и жесткость дуги смягчим. Начинаем варить. Видим, что процесс идет практически без брызг и шов хорошо формируется. Вот такой аккуратный шов мы получили в режиме Micmac Sin. Как видим, аппарат идеально подобрал нужные параметры, и мы получили качественный шов. Кроме того, этим аппаратом можно работать в режиме MMA-сварки, а при подключении вентильной TIG-горелки и баллона с аргоном аппарат уверенно справится с TIG-сваркой. Аппараты этой серии довольно компактные, весят всего 12 килограммов. На свои сварочные аппараты FUBOK дает фирменную 2-летнюю гарантию. Если вы определились с выбором, то самое время смотреть наш ролик «Сварка полуавтоматом для начинающих». В нем мы рассказываем, как настроить ваш полуавтомат и сделать красивый ровный шов. Подписывайтесь на наш канал, здесь много полезного. До скорого!